Вы на канале «Начни вязать». Сегодня мы с вами будем вязать резинку 1 на 1. Мы изучим итальянский набор петель для варианта резинки 1 на 1. Вязание заключается в том, что изначально мы набираем петли, провязываем несколько рядов полой резинкой и затем переходим на вязание обычной резинки 1 на 1. Я покажу вам, как отличаются резинки, когда провязано в начале 2 ряда, 3 ряда или 4 ряда полой резинки. Для вязания нам понадобится два набора спиц. У меня спицы чулочные. Это размер номер 3 и это номер 4. Набор и провязывание полой резинки у нас производится на спицах меньшего размера. И на четверке мы вяжем основную резинку. Итак, берем ниточку, берем спицу одну номером 3 в моем случае, то есть меньшего размера. И будем делать набор. С правой стороны у нас кончик нити, с левой стороны у нас ниточка уходит в клубок. Обматываем нить вокруг пальцев и захватываем мизинцем и безымянным пальцем. Берем спицу, вводим ее слева направо и перекручиваем. Это будет наша первая петля. Резинка 1 на 1 должна быть у нас кратно с вами 2. Давайте наберем, допустим, 20 петель у нас будет резинка. И плюс еще нам нужно 2 кромочных. Итого 22. Итак, это у нас первая. Дальше мы берем нашу спицу, заводим под ниточку, которая у нас на большом пальце, вниз. Затем через верх к ниточке на указательном. И возвращаем на место. Получается у нас первая петля. Вторая петля. Мы идем направо под ниточку от указательного пальца. Вниз заводим, выводим вверх. Идем к ниточке от большого пальца. Опускаем спицу вниз. Вниз и прокручиваем до конца сюда. Вторая петля. И таким образом мы должны набрать 22 петли. У нас уже 3 есть. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 и финальная петля 22. Вот так выглядит сейчас наш наборный ряд. Главное, чтобы у вас тут ничего не перекрутилось. У нас здесь получается как бы такие узелочки по низу. Они должны смотреть у нас вниз. Мы вяжем резинку поворотными рядами, не по кругу. Поэтому мы вязание сейчас разворачиваем. Берем вторую спицу меньшего размера. И начинаем провязывать. Первая петля кромочная снимаем. Дальше. Вот так петелька у нас смотрит. И это у нас лицевая. За вот стеночку, которая сзади, мы провязываем лицевой. Вот эта петля на спице, это изнаночная. Мы ее снимаем. Ниточка перед работой. Спицу вводим справа налево. Снимаем и ниточку возвращаем за работой. Следующая лицевая снова провязываем. Нить перед работой, изнаночную снимаем. Лицевую провязываем. Изнаночную снимаем. Повторяем это до конца ряда.
последняя изнаночная сняли, и кромочную я провязываю изнаночной всегда. Наш первый ряд готов. Разворачиваем вязание. Ряд второй. Он вяжется аналогично. Мы провязываем только лицевые петли. Снимаем кромочную. Вот наша первая петелька. Она выглядит как лицевая. Мы ее провязываем. Это у нас как изнаночная уже выглядит нормально. Ее снимаем. Ниточка перед ней проходит. Лицевую провязываем, изнаночную снимаем. Вяжем так весь второй ряд. Последняя изнаночная, последняя петля изнаночная. После двух рядов вот так выглядит наше вязание. И так как это наш первый образец, где мы провязываем всего два ряда полой резинкой, а сейчас это была у нас именно полая резинка, мы переходим на вязание основной резинки уже спицами размера больше, то есть те спицы, которыми вы хотели вязать резинку изначально. Итак, снимаем кромочную, и дальше у нас резинка 1 на 1. Первая петля у нас лицевая идет по рисунку. Вторая изнаночная, лицевая, изнаночная. Вяжем резинку до конца ряда. Первый ряд резинки мы провязали, разворачиваем вязание и вяжем второй ряд. Над лицевой лицевая, над изнаночной у нас изнаночная. Стандартная, обычная резинка 1 на 1. Дальше вяжите в высоту столько, сколько вам нужно, в зависимости от вашей задумки. Сейчас я довяжу образец хорошего размера, чтобы нам потом посмотреть и сравнить, как выглядит резинка, насколько она эластична, в зависимости от того, сколько рядов полой резинки мы провязали в начале. Вот наш образец. Вот эта часть набрана у нас итальянским набором, и провязана полая резинка всего лишь 2 ряда. Основная резинка у нас 1 на 1. Вот так тянется край. Второй вариант провязывания резинки 1 на 1 итальянским способом набора. Я набрала петли, провязала сейчас 2 ряда, так как мы делали в первом случае. Но на этом я не останавливаюсь, а разворачиваюсь и провязываю еще и третий ряд. Он провязывается точно так же. Мы провязываем лицевые, изнаночные мы снимаем, петля перед, ниточка рабочая перед петлей проходит. Точно так же на спицах меньшего размера, чтобы край сильно не выглядел растянутым. Три ряда полой резинки у нас провязано. Вот так это сейчас выглядит. И теперь уже дальше мы берем спицу основного размера. То есть у меня это в данном случае 4, это спица номер 3. И я начинаю вязать резинку 1 на 1. Лицевая, изнаночная. Лицевая, изнаночная. Все, вяжем как обычную резинку дальше на необходимую нам высоту. Я провяжу образец, чтобы можно было посмотреть, как он отличается от нашего первого образца, где полой резинки всего лишь 2 ряда. Итак, наш второй образец и итальянский набор петель, 3 ряда полой резинки у нас в начале. Вот здесь у нас резинка. Край выглядит такой более толстеньким, тверденьким и как будто чуть-чуть таким приплюснутым. С лицевой стороны вот так и так с изнаночной. Thank you.
Третий вариант провязывания. Я набрала точно так же петли и провязала 4 ряда полурезинкой. Вот так это выглядит сейчас. Дальше я перехожу на спицы большего размера и также вяжу резинку. 1 на 1. Сейчас довяжу полноценный образец, и мы сравним три этих образца, посмотрим, есть ли какое-то различие в зависимости от того, сколько рядов полурезинки вязать в начале. Итак, наши три образца готовы. Первый образец у нас 2 ряда полурезинки, второй образец 3 ряда полурезинки и третий образец 4 ряда полурезинки. Давайте посмотрим, как тянется каждый из них. По-моему, очевидно, что чем больше у нас получается полых рядов, полурезинки, тем хуже тянется сама резиночка в основании. Давайте еще раз посмотрим поближе. Это резинка с 2 рядами. Это резинка с 3 рядами. И это резинка с 4 рядами. Это 2 ряда, это 4 ряда. То есть, чем меньше у нас полых рядов, тем резиночка получается эластичнее в самом начале. Когда у нас 4 ряда, она выглядит вот в этом месте более такой пухлой, более плотной. Когда у нас 2 ряда, то ощущение, что это вот как такой фабричный абсолютно край. Здесь нет никаких утолщений в самом начале. Я показала вам три варианта резинки 1 на 1 с разным провязыванием. Ну а вам осталось выбирать тот способ, который лучше подойдет для вашего вязания. Благодарю вас за просмотр. Делитесь этим видео со своими друзьями, если оно оказалось полезным. Поддержите канал, если мастер-классы вам понравились. А я прощаюсь с вами. До новых встреч!